Ванга. Он все там сначала, с самого февраля воюет. Не надо было. Надо было. Не надо. Сама тоже идет. Сама тоже идет. Пойду. Я не пойду. Мой дед воевал, чтоб ты же белый кушал. Мой дед воевал за мою родину. Эй, это все члены. За мою родину воевал. Да, воевали. Это была война. А сейчас нет. Это политика сейчас. Послушай женщину, мужчина. Женщина, не слушай меня, а ты не снимай. Я вам коробку. Снимай все. За мою родину воевал. Снимай. За кого дети будут воевать? А не снимаем его. А какое будущее? Будущее за свету. Туда пойдем и так умерла там. У нас настоящего нету. Какое будущее? Можно вопрос? Она сегодня притесняет? Меня кто притесняет? Пока нет. Ну вот когда начну, тогда пойдем. Вы вообще в школе учились, вы теперь на хвосте, в грамотный. Вот именно, что не смотрю. Поэтому я и дальше. Что смешно? Что смешно? Давай, мама, вызовите сюда, не надо здесь. У вас дети есть? Есть. Есть, у всех есть. Моим детям ничего не стоит. Из-за этого, что он нас войну отправляет. Из-за этого нас войну отправляет. 100 рублей. Правильно. Кто у вас сегодня? Сейчас о чем вы говорите вообще, мужчины? Вы что, о чем вы думаете?